Пока помидоры залила кипятком, буду делать свою приправу помидоры на борщ. Значит, из зелени сюда надо укроп, петрушка, хрон и перец сладкий. Все. Вот на дно кладу укропчик. Ой. Укропчик кладу на дно. Разбросала все. Опа. Что-то у меня все падает. Так. Хрон. Так, есть. Петрушечка. А, прямо вот так. Петрушка и перца у меня в этом году нету, даже не знаю, но сейчас я попробую, не горький. Не знаю, но брошу хоть так, хоть один. Все. И сыплю ложку соли. Соли сюда нужно, ну, примерно 100 грамм, если не меньше. А если больше, то ничего страшного. Вот на дно я так, как бы на глаз. Соль. И режу помидоры. Ой, а что ж я не подготовила ничего, куда резать. Поместюсь я. Вот видите, такие помидоры хорошие, спелые, только что треснутые. Все. И прямо туда кусочками вот так режем. Режем примерно до половины. Я не буду вас отвлекать, так как я режу. Нарежу, включусь дальше. В общем, режем помидоры. Так. Нарезала помидор. Опять бросаю туда ложку соли. Соль у меня плохо помяла ее. Еще бросаю ложку соли. И вталкиваю. Хорошо, вот так много толкушки. Только аккуратно, чтобы об стенку не бить, чтобы не разбить. В общем, сталкиваем. Вот как раз получается полбутылка. Все, теперь опять мы ложим зелень. Зелень сильно не мельчите, потому что потом, когда так вы ее достали, да и все. Когда будете перетирать уже. Только да. Значит, так я их поставлю в погреб и будут стоять. У меня стоит и по 2 года. Вот. А если, например, дома, в квартире, ну, прокиснет, протрите его и поставьте в холодильник. Или заморозьте потом такими, чтобы оно было, ну, как бы, вот, петрушечка сюда очень хорошо. Вот, петрушечки добавлю. Так, и где-то был еще перчик у меня. Нету перца. Вот и перчик. Все. И опять ложку соли. И продолжаем. И продолжаем помидоры резать. Такие, которые немного там то прибитые. Какие-то уже пригнившие. В общем, все помидоры. Так, соли я уже сказала. Не меньше 100 грамм. Все. И начинаю дальше резать помидоры. Так, где тут у меня эта мыска? Вот. Ну, крупно режу, как могу. Как получается. Все, и заполняем полностью банку этими помидорами. И заполняем банку. Так, заполнили доверху. Ложим опять ложку соли. И хорошо опять натаптываем. Еще раз говорю, соли не жалейте, чтобы было соленое. Тогда оно будет вкуснее. Вот видите, вроде как бы была полная, она не полная. Еще добавлю чуть-чуть соли. И еще натоптаю. Вот, и еще нарежу.
Как раз у меня все помидоры, которые были, так сказать, не годящиеся для закручивания, пойдут сюда. Ну, очень получается неплохой морс. Мне нравится. Я делаю с него и подливы. Ну, он кислый, конечно. Но добавляешь там или сахару, или там соус. Ну, короче, уже по своему усмотрению. На борщ вообще замечательно. Так, а ну что тут у нас? Еще чуть-чуть. Еще совсем чуть-чуть. Вот так. Еще. Наверное, вот это будет уже все. Да, уже, наверное, все. Так, ну что, еще соли чуть-чуть добавлю. Я же виноглаз, я соль не отмеряю особо. Просто потом, когда готовишь, уже регулируешь. Ну вот и все. Видите, она полная получается. Вот. Теперь я беру лист хрена. Вот, сворачиваю его вот так. Вот, потому что оно все равно может быть засвести чуть-чуть. А вы просто его потом уберете сверху и выбросите. Вот так. И еще немножко соли сверху на хрен. Можно горчицы тоже. Тогда оно не так будет киснуть. Но это в этом, кто погреб. Я вот так делаю соль. И накрываю крышкой. Все. И поставлю погреб на землю. Вот. Оно потому что будет киснуть, бродить, может немножко потекти. Вот. Но это ничего страшного. Кто в свое это в квартире, то в миску какую-то поставьте, чтобы она когда перебродит. Попробуйте, как вам на вкус нравится. Вот. Просто его перетрете, можете перекипятить, а можете заморозить, можете сразу пользоваться. Кто уже как это получает. Ну, когда перекипятишь, он немножко не такой, но все равно вкусно. Так что, если вам понравилось, пользуйтесь. Вот, я в том году показывала, но в этом году еще. Так что все.